Здравствуйте! В прошлом видео я вам рассказывала о том, как можно переделать и обновить изделие. Ну, поменяли здесь манжеты мы на платье, поменяла я планочку, которая впереди была на платье, она тоже была такого желтоватого оттенка, ну, белый цвет почему-то желтеет, видимо, от температуры стирки. Теперь я буду делать обработку горловины. Я взяла ткань, вырезала по косой. Ширина у меня здесь 4 сантиметра. Я шила, видите, шила я тоже не ровно у меня шов идет, а тоже по косой. И буду я пришивать, ну, как косую бейку, но это будет как обработка руликом. Вот. Заключается обработка это в том, что я сейчас, первое, что я буду делать, я буду пришивать к нашей изнаночной стороне, а потом буду прошивать по нашей вот так вот лицевой стороне. Но она будет небольшая, вот так вот идет у нас, будет идти белая отделочка. Итак, начинаем пришивать с изнаночной стороны, пришиваем где-то миллиметров на 5, не больше, не шире, потому что нам потом придется все равно даже немножечко срезать, чтобы не было большого утолщения. Пришивая, обязательно немножечко натягивайте вашу косую, для того, чтобы она прилегала красиво, а не была волнистой такой. Ну, то есть вот я ее подтягиваю и по краешку пришиваю. Вот смотрите, мы пришили, то есть это наша лицевая сторона. Рекомендую вам посмотреть обязательно ваши края, потому что вот видите, как у меня немножечко ткань была съехала. Нужно поправить, возможно, где-то какие-то моменты. Я уже поправила, теперь с изнаночной стороны вот так вот получается. И наш срез, который идет по горловине, он будет внутри. Теперь вот таким вот образом мы с вами пришиваем по самому краешку, где-то миллиметр. Ну, 2 миллиметра это, наверное, от силы, даже его не будет. Мы прошиваем в круговую. Ну, можете сначала прометать, если вам это необходимо. Вот я закончила уже нашу горловину. Вот так вот она выглядит с изнаночной стороны. Вот так вот она выглядит с лицевой стороны. Еще смотрите, когда вы обработаете вот этот срез, вот я его соединила. С одной стороны немножко я больше срезала этого утолщения. Когда я обработаю, я обязательно вот этот край вот здесь вот прихвачу ниточкой. Ну, то есть вот так вот его как зажму, соединю. С изнаночной стороны аккуратненько, чтобы не было видно. Тогда этот край будет смотреться более аккуратным. Вот и все. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!